Идея полета волновала человека издревле. Сейчас-то мы знаем, как летать. А вот раньше ответ на этот вопрос не казался таким очевидным. Сделать крылья, как у птицы, или винтиться в воздух? Оба способа казались человеку вполне естественными. Первый, в конце концов, привел к появлению самолета. Второй – вертолета. Упоминания о прообразах вертолета дошли до нас из глубины веков. В 4 веке его предлагал китайский ученый Го Хун. В 15-м – великий Леонардо да Винчи. Многогранный гений Михаила Ломоносова также не обошел эту тему. В 1754 году им была построена аэродромическая машина, фактически самый настоящий малоразмерный вертолет. Машина, конечно, не поднялась в воздух, но опыты позволили сделать выводы, определившие все последующее развитие вертолетостроения. На заре авиации идея вертолета привлекала многих. Попробовав с моделями, они устремлялись строить машины в натуральную величину. Однако, не имея никакого другого источника, кроме энергии своих мышц, исступленно крутили педали и пополняли ряды неудачников. Человеческих сил недостаточно для отрыва от земли. Имевшийся на ту пору паровой двигатель тоже не годился, был слишком тяжел. Тяжелыми оказались и первые образцы двигателей внутреннего сгорания. Все построенные до начала 20 века вертолеты остались на земле. Важнейшее в истории вертолета событие состоялось 24 августа 1907 года. Инженер Волюмар впервые поднялся в воздух на винтокрылом летательном аппарате, названном «Жироплан». Сконструировал его французский инженер Луи Бреге. Жироплан взлетел на 1.5 метра и неподвижно висел около 1.5 минут. Чтобы достичь даже таких скромных показателей, аппарат был максимально облегчен. Отказались даже от органов управления. Опрокидывания не допускали механики, удерживавшие жироплан со всех сторон. Впрочем, есть версия, по которой этот полет прошел без пилота. А первенство пилотируемого полета принадлежит французу Полю Корню. Осенью того же 1907 года он оторвался от земли на 30 сантиметров на аппарате собственной конструкции. В России относительного успеха первым удалось добиться киевскому студенту Игорю Сикорскому. В 1910 году построенный им аппарат оторвался от земли. Достижение было скромное, а проблемы открылись большие. Самолеты же, значительно более простые с точки зрения динамики, наоборот, к тому времени достигли уже впечатляющих успехов и стали полностью работоспособными машинами. Поэтому вертолеты, или, как их тогда называли, геликоптеры, энтузиастов механического полета разочаровали. На самом деле это означало лишь одну верную и на сегодняшний день аксиому. Создать вертолет технически на порядок сложнее, чем самолет. И этот порядок в то время был еще недоступен. Несмотря на это, все основные схемы вертолетов были созданы именно тогда, на заре 20 века. Первая из них и самая очевидная – это схема с одним несущим винтом. Но опыты показали, что при раскручивании винта сам аппарат начинает вращаться в другую сторону. Одно из решений по парированию этого реактивного момента – хвостовой рулевой винт – в 1911 году предложил студент Императорского технического училища Борис Юрьев. Поскольку основной несущий винт был один, то и схема стала называться одновинтовой. Еще одним способом уравновешивания реактивного момента стало применение двух несущих винтов, вращающихся в разные стороны. А варианты их взаимного размещения породили еще несколько схем. Продольную, поперечную, многовинтовую, соосную. Есть еще одна схема. Внешне она похожа на соосную,
но на самом деле является частным случаем поперечной с максимально сближенными осями несущих винтов. Частота вращения винтов синхронизирована, поэтому такие аппараты еще называют синхроптерами. Но выбор схемы — это только начало. Для управляемого полета необходим специальный механизм. Один из них, ставший впоследствии классическим, был предложен Борисом Юрьевым и получил название «автомат перекоса». Автомат перекоса отвечает за угол установки лопасти по отношению к набегающему потоку. Этот угол называется еще шагом лопасти. Чем больше шаг, тем больше подъемная сила. Если шаг всех лопастей изменять синхронно, то вертолет будет подниматься или опускаться по вертикали. Поднялись. Теперь еще бы полететь. Куда? Ну, допустим, вперед. Для этого шаг лопастей должен меняться несинхронно. Таким образом задаются направление и скорость движения. Механизм, изменяющий шаг лопастей несущих винтов, был далеко не единственной головоломкой. Простое перечисление всех технических новинок ни в коей мере не отражает той поистине революционной работы, какую проделали пионеры вертолетостроения. Создание винтокрылых летательных аппаратов сулило решение задач, которые были не под силу самолетам и воздушным шарам. И что важно, геликоптер перестал считаться конкурентом самолета и стал рассматриваться как необходимое к нему дополнение. Это способствовало новому подъему интереса к вертолету. Конструкторы во всем мире с энтузиазмом взялись за решение сложнейших и интереснейших задач, связанных с его созданием. Лишь в России исследования в данной области долгое время не велись. То революция, то гражданская война. Первый в СССР винтокрылый аппарат молодые инженеры Николай Камов и Николай Скрижинский построили только в 1929 году. Вдохновили их на эту работу успехи испанского инженера Хуана де ла Сьерве, в начале 20-х создавшего оригинальный летательный аппарат «Автожир», нечто среднее между самолетом и вертолетом. В движение аппарат приводится как самолет, двигателем с воздушным винтом впереди аппарата. Другой винт над аппаратом, вращаясь под действием набегающего потока, создает подъемную силу. Режим этот называется авторотация. Автожир, в отличие от самолета, не боится потери скорости и в случае отказа двигателя может безопасно приземлиться. Собственно говоря, Хуан де ла Сьерва и создавал автожир как более безопасный, чем самолет-аппарат. Но это еще и не вертолет. Зависать на месте автожир не может. Свой автожир Камов и Скоржинский назвали «Каскр». Строился он на средства ОСА «Авиахима». Главной же движущей силой был энтузиазм его создателей. «Каскр» полетел в 1929 году, а в 1931-м автожирной тематикой занялись уже по-настоящему, в ЦАГе. Там под руководством Алексея Черемухина была организована секция особых конструкций, в которую вошли три конструкторских бригады под руководством Вячеслава Кузнецова и все тех же Камова и Скоржинского. Бригаду теоретических расчетов возглавлял Михаил Миль. Начиная с 1931 года, эта КБ выпустила целый ряд автожиров. Наиболее известным стал А-7. Гигантская стрекоза — это автожир. Он взлетает и поднимается без разбега. Ему нетрудно произвести посадку на плоскую крышу обычного дома. Автожиром управляет товарищ Кошин. Дело дошло и до практического применения. В начале 1941 года тысячи гектаров фруктовых садов в предгорьях Тяньшаня
подверглись нашествию насекомых-вредителей. Для борьбы с ними самолеты сельхозавиации не годились. Применение осложняли слишком узкие горные долины. Автожиру же не требовались большие площадки для взлетов и посадок. А-7 легко маневрировал в ущельях, опускался в чашеобразные горные урочища, внизу разворачивался, снова поднимался и быстро достигал недоступных для самолета участков. Испытания и эксплуатация автожиров помогли творцам винтокрылой техники разобраться с особенностями аэродинамики и динамики полета, основами расчета на прочность. Автожир сыграл в истории вертолета ту же роль, что и планер в истории самолета. Вернемся к началу 30-х. Несмотря на перспективность автожирной тематики, работа над вертолетами не прекращалась. Еще в 1926 году при ЦАГИ была образована геликоптерная группа под руководством Алексея Черемухина. После проведения фундаментальных аналитических исследований сотрудники секции приступили к разработке первого советского вертолета ЦАГИ-1ЭА, что означало «экспериментальный аппарат». Он был выполнен по одновинтовой схеме. Реактивный момент несущего винта парировался при помощи четырех рулевых винтов, расположенных попарно спереди и сзади. В сентябре 1930 года опытный вертолет взлетел. Бессменным летчиком-испытателем аппарата был сам конструктор. 14 августа 1932 года Черемухин поднялся на вертолете на 605 метров и более чем в 33 раза перекрыл официальный мировой рекорд высоты. Это был выдающийся успех. На Михаила Тухачевского, отвечавшего в то время за перевооружение Красной армии, это произвело сильное впечатление. Будучи сторонником внедрения подобных новинок в военное дело, он предложил даже запустить ЦАГИ-1 в серию. Однако надежность конструкции и продолжительность полета аппарата еще оставляли желать лучшего. Требовалась длительная доработка. И пока она велась, Черемухин был объявлен врагом народа, отстранен от руководства проектированием и в 1938 году репрессирован. С 1933 года всю конструкторскую работу в ЦАГИ по геликоптерной тематике возглавил молодой инженер Иван Братухин. Под его руководством был создан вертолет ЦАГИ-5. От предшественника он отличался конструкцией несущего винта. Следующий аппарат, ЦАГИ-11, построенный в 1936 году, был комбинированной схемой. Помимо основного несущего винта, он имел самолетные крылья, на концах которых располагались воздушные винты. Машина должна была взлетать как вертолет, а полет совершать как самолет. Такая схема летательного аппарата получила наименование «винтокрыл». Провести испытания машины в полном объеме не удалось. В 30-х годах разработка винтокрылых машин самых разных схем шла по всему миру. Развитие авиационной науки и техники достигло уровня, достаточного для создания работоспособного вертолета. Первыми геликоптерами, имевшими приемлемые для практического применения летные данные, стали французский «Бриге Доран» и немецкий «Фоке-Вульф-61». Особенно впечатляли полеты последнего. Вертолет, построенный под руководством Генриха Фокке, оказался способен совершать длительные полеты. Поперечная схема обеспечила винтокрылой машине неплохие устойчивость и управляемость. Возможности аппарата демонстрировала известная в Германии летчица-рекордсменка Ханна Райч. Полеты восхищали еще и тем, что выполнялись внутри крытого стадиона Deutschlandhalle. Немецких военных это настолько впечатлило, что они заказали конструктору увеличенный шестиместный вариант машины.
Этот многоцелевой Фокке Ахгелес 223 в середине войны был запущен в серийное производство. Тогда же в Германии начался выпуск легкого вертолета Флетнер 282. Он имел схему синхроптера. Это были реальные достижения немецкого вертолетостроения. Но в массовом порядке эти машины на фронтах Второй мировой так и не появились. Заводы не смогли наладить их производство из-за бомбежек англичан и американцев. В США наибольшего успеха в деле создания винтокрылых аппаратов добился русский эмигрант, авиаконструктор Игорь Сикорский, получивший позже почетное звание «Отца мирового вертолетостроения». Построенный им экспериментальный VS-300 имел одновинтовую схему с хвостовым рулевым винтом. К 1941 году Сикорский довел ее до работоспособного состояния. Одновинтовая схема стала классической. Свыше 90% построенных вертолетов выполнены именно по этой схеме. Уже в ходе войны двухместные вертолеты Игоря Сикорского С-47 поступили на вооружение армии США, а затем и Великобритании. С марта 1944-го они стали применяться в боевых действиях для эвакуации раненых, связи, наблюдения и снабжения частей и кораблей. По окончании Второй мировой в вертолетостроении сложилась парадоксальная ситуация. Казалось бы, геликоптеры доказали право на свое существование. Однако сразу после войны заказы на них были значительно сокращены. Командование армии и флота США сомневалось в целесообразности выделения относительно скудных послевоенных средств на винтокрылую авиацию. Действительно, характеристики первых вертолетов, особенно грузоподъемность и скорость, по сравнению с самолетными были неважными. Не было заказов и от бизнесменов. Они не спешили раскошеливаться на непривычную авиатехнику, более дорогую, сложную в эксплуатации и обслуживании, да и не сильно пока надежную. Появление вертолетов на фронтах Второй мировой войны не осталось незамеченным в СССР. Средства выделили ОКБ Ивана Братухина. Это конструкторское бюро создали еще до войны, в январе 1940 года. И уже тогда успели построить вертолет, который назвали «Омега». Он имел поперечную схему, такую же, как и на немецком «Фокке-Вульф-61». Однако возникшие при испытаниях проблемы решить столь же удачно, как немцам, тогда не удалось. «Омега» поднялась в воздух в августе 1941-го. Потом коллектив Братухина последовал в эвакуацию, потом обратно, потом не оказалось двигателей. В общем, плотно конструктор занялся вертолетами только к концу войны. В 1944 году в воздух поднялась «Омега-2». В 1945-м следующий улучшенный вариант — артиллерийский корректировщик Г-3. Последний оказался достаточно удачным. Геликоптер. Самолет без крыльев. Конструкция лауреата Сталинской премии инженера Братухина. Этот самолет может взлетать без разбега с любой площадки. С крыши дома, с льдины. У геликоптера большое будущее в гражданской авиации, в народном хозяйстве. Из этих машин сформировали первую учебную вертолетную эскадрилью. Правда, пилоты летали в пределах аэродрома на небольшой высоте и с небольшой же скоростью. В отношении вертолетов тогда преобладало иронично-снисходительное, а чаще недоверчивое отношение. «Как эта ерунда без крыла летать может?» Примерно так говорили летчики, пришедшие на вертолет, а до того освоившие порой не один тип самолета.
Но это не останавливало Братухина. В 1945 году его ОКБ приступило к разработке целой гаммы вертолетов различного назначения. Все они строились все по той же поперечной схеме. Аэродинамику аппарата улучшили за счет замены поперечной ферменной конструкции крылом. Под ним предполагалось подвешивать фюзеляжи различного типа, в зависимости от выполняемых задач. Машины предлагались одна за одной. Пассажирский Б-5. Санитарный Б-9. Воздушный наблюдательный пункт Б-10. Связной Б-11. Однако работы продвигались с большим трудом. Одна из опытных машин потерпела катастрофу. Погиб летчик-испытатель Константин Пономарев и бортрадист Игорь Нилус. Все это негативно сказалось на репутации ОКБ Братухина, и весной 51-го его закрыли. Продвижение вперед на этом непротаренном пути осложнялось еще и тем, что вертолетная тематика была тогда даже не в первой десятке актуальных тем. И финансирование, соответственно, оставалось весьма скудным. А поперечная схема, выбранная Братухиным, была не из самых простых. Она требовала и времени, и средств. В начале 45-го работы над геликоптерами развернулись в одном из ведущих самолетостроительных ОКБ Александра Яковлева. Достаточно успешный во время войны конструктор решил, что и с вертолетами он справится. Схему для своего экспериментального аппарата Яковлев выбрал, как ему показалось, простую, соосную. Когда в самолетном ОКБ получили задание на разработку этой машины, кто-то из инженеров спросил: «Это что, шутка?» На что начальник конструкторской бригады ответил: «Нет, это серьезно. Будем строить геликоптер. А обозначение ему дадим – изделие «Ша». Шутка». Уже в первых испытательных полетах разработчики столкнулись с многочисленными вертолетными проблемами. И Яковлев попробовал свои силы в другой, более простой и уже хорошо себя зарекомендовавшей на американских вертолетах схеме. Построенный в 1948 году одновинтовой Як-100 внешне получился похожим на один из ранних вертолетов Сикорского. Трехместная машина Яковлева продемонстрировала неплохие летно-технические характеристики и была рекомендована к принятию на вооружение. Однако к этому времени уже осваивалось серийное производство аналогичного по назначению вертолета, разработанного в ОКБ Михаила Миля. Внедрять сразу две машины сочли нецелесообразным. Михаил Леонтьевич Миль еще с 30-х годов участвовал в работах по винтокрылой технике. По окончании войны в ЦАГе им была спроектирована и построена натурная геликоптерная установка. Сделана она была столь ловко, что представляла собой, по сути, готовый вертолет. Поэтому 12 декабря 1947 года вышло постановление правительства об образовании ОКБ «Миля» как самостоятельного учреждения по геликоптеростроению. Первенцем конструкторского бюро стал легкий вертолет «Ми-1». Небольшая трехместная машина поднялась в воздух в сентябре 1948 года под управлением Матвея Байкалова. Испытания складывались драматично. Обе первые опытные машины были потеряны. Если в первом случае обошлось без жертв, то во втором летчик-испытатель Байкалов погиб. Несмотря на неудачи, молодой коллектив довел Ми-1 до вполне работоспособного состояния. Но и после этого трудности не кончились. Первая серия составляла 15 машин. Однако изготовить и такое небольшое количество оказалось делом непростым.
Опытную партию Ми-1 с большим трудом собрали на московском вертолетном заводе. Их тут же представили на воздушном празднике в Тушино. На параде присутствовало руководство страны. Внимание зрителей привлекают эти странного вида летательные аппараты. У них нет крыльев. Большой винт расположен над кабиной. Они поднимаются вверх прямо по вертикали. Это советские вертолеты конструкции инженера Миля. И даже после такого показа авиастроительные заводы отказывались от освоения незнакомой и несолидной техники. Военные особенно не настаивали. Гражданский воздушный флот к вертолету интереса вообще не проявлял. Чтобы пробить стену равнодушия, энтузиасты новой техники летом 51 года организовали еще один показ, лично Сталину. Ми-1 летал на дачу вождя в Сочи и продемонстрировал в горах уникальные взлетно-посадочные характеристики. Как и у всего нового, у вертолетов не было простого пути к признанию. Работы по винтокрылой технике возобновил по окончании Великой Отечественной войны и Николай Ильич Капов. Первое, чего ему удалось добиться, это внедрить геликоптерную специализацию на самолетостроительном факультете Московского авиационного института. Первые студенты Камова и стали его соратниками. На счастье, командование военно-морского флота СССР поддержало проект сверхлегкого вертолета К-8. Маленькая конструкторская группа с энтузиазмом взялась за работу. Осенью 47 года вертолет был собран. Камов назвал его «Иркутянин» в честь своей малой родины. Одноместный К-8 принадлежал к сверхлегкому классу так называемых «летающих мотоциклов». Взлетная масса составляла всего 320 килограммов. Вертолеты такой весовой категории проектировались по двухвинтовой соосной схеме в разных странах. Эта схема привлекала компактностью, хорошей весовой отдачей и виделась весьма перспективной. Однако она оказалась совсем непроста. На испытаниях пришлось решать сложнейшие проблемы земного резонанса и флаттера, а проще сказать, на аппарате возникали вибрации и колебания, грозившие ему разрушением. И это были далеко не единственные неприятности, ожидавшие молодой коллектив. 1948 год был не лучшим для всякого рода экспериментов. По советскому авиапрому прокатилась волна сокращений. Приказом от 1 июня того же года финансирование работ по К-8 было прекращено. Возможно, мы бы и не услышали больше имени Камова, если бы не сын вождя, летчик Василий Сталин, командующий авиацией Московского округа и большой покровитель технических видов спорта. Он взял группу Камова под свою опеку, разместил в одной из подчиненных ему воинских частей и приказал готовиться к воздушному параду. В августе 48-го в Тушине летчик Михаил Гуров осуществил на «Иркутянине» эффектный взлет и посадку с борта грузовика. Комментируя полет К-8, диктор впервые произнес слово «вертолет». До этого подобные аппараты официально именовали геликоптерами. В сентябре того же года ОКБ Камова было учреждено официально. Для начала коллективу поручили создать на базе К-8 усовершенствованную модель К-10. Первый полет этого аппарата состоялся в августе 49 года. Как и с Ми-1, поначалу не все шло гладко. Случилась катастрофа, в которой погиб летчик-испытатель Михаил Гуров. Среди летчиков-испытателей вертолетов это была уже третья жертва. Винтокрылая техника давалась непросто. К-10, пройдя испытания на кораблях флота, моряков не устроил. Камов попытался исправить положение, выпустив усовершенствованный вариант этого аппарата. Но и теперь о практическом применении вертолета говорить было рано. Главное, что дали первые машины конструкторам, это неоценимый опыт. –
Тем временем в США начался поистине вертолетный бум. Этому способствовал успех машин Сикорского. Интерес у многих конструкторов и бизнесменов был таков, что к концу 40-х в стране возникло свыше 300 вертолетостроительных фирм. Каких только схем и размеров не строились аппараты. Это напоминало всеобщее увлечение самолетами в начале века. Конечно, далеко не всем довелось оставить свое имя в истории вертолетостроения. Наибольшего успеха добились фирмы Bell и Hiller, выбравшие вслед за Сикорским классическую одновинтовую схему. Более 20 лет легкие вертолеты Bell 47 и Hiller 360 оставались лучшими в своем классе. В более тяжелых классах первым авторитетом по-прежнему являлся Сикорский. Но были и другие. Фрэнку Песецкому, потомку эмигранта из Российской империи, удалось создать первый в мире работоспособный вертолет двухвинтовой продольной схемы. Многие конструкторы разрабатывали потом тяжелые вертолеты такой компоновки. Испытания выявили характерные для нее проблемы, связанные с вредным взаимовлиянием несущих винтов. Это накладывало ограничения на пилотажные характеристики. Небольшая плата за очевидные достоинства, большую грузоподъемность и вместительный фюзеляж. Немногим конструкторам, выбравшим потом продольную схему, удалось повторить успех Песецкого. В серию был запущен и аппарат Чарльза Камана «Синхроптер». И хотя проблем с такой схемой тоже хватало, у вертолета было одно неоспоримое достоинство — компактность, которая обеспечивала удобство его базирования на кораблях. Постепенно доверие к вертолетам со стороны американских военных укрепилось. Находились все новые и новые области применения винтокрылых аппаратов. Со временем возросло число заказов и от гражданских лиц. Решающим испытанием для американских вертолетов первого поколения стала война в Корее. Это был своего рода огромный полигон, на котором противниками в холодной войне опробовались новые виды вооружений. И вертолеты стали одним из открытий Кореи. Они использовались для разведки и наблюдения, арт-корректировки и связи, снабжения войск и эвакуации раненых, поиска и спасения сбитых летчиков. Но самое главное, вертолеты зарекомендовали себя как новое, перспективное и исключительно эффективное средство повышения тактической мобильности сухопутных войск. Как выразился один из генералов, вертолет внес в общевойсковую операцию «третье измерение». Военные, ранее с недоверием смотревшие на вертолеты, быстро становились их самыми ярыми пропагандистами. Такой успех винтокрылой техники не остался незамеченным и в Советском Союзе. В конце сентября 1951 года ведущие советские авиаконструкторы были вызваны в Кремль. Предстояло очередное совещание. Неожиданной на сей раз оказалась повестка дня – устранение отставания в вертолетостроении. Изменение в оценке роли винтокрылых машин породило война в Корее. Дальнейшее отсутствие вертолетов в советских вооруженных силах Сталин посчитал опасным для обороноспособности страны. На историческое заседание в Кремле были приглашены руководители ведущих отечественных ОКБ. Туполев и Илюшин, сославшись на большую загрузку, сумели уклониться от получения заданий на необычную авиатехнику. Миль предложил проект транспортного вертолета для перевозки 12 десантников. Камов — проект вертолета с вдвое большей грузоподъемностью. Сталин потребовал построить вертолеты за год. Камов пытался доказать невозможность этого. Тогда проект передали ОКБ Яковлева. Тот прекрасно понимал нереальность сроков, но искушенный в кремлевских делах перечить не посмел. С этого момента разработка винтокрылых машин получила в СССР «зеленую улицу».
Вертолетные программы по важности стали в один ряд с атомными и ракетными проектами. Сразу после совещания ситуация с Ми-1, имевшим до сих пор невнятные перспективы, прояснилась. Его запустили в крупносерийное производство, постепенно подключая к выпуску все новые заводы. Всего построили почти 2700 единичек. Эксплуатация Ми-1 заложила основу советской винтокрылой авиации. Их использовали не только в войсках, но и в летных училищах и аэроклубах. Военные пробовали оснащать Ми-1 противотанковыми ракетами. Применялись эти вертолеты и в гражданской авиации. Теперь под вертолетом виноградные плантации Крыма. Это Ми-1, воздушный вездеход, заслуживший весьма широкое признание. Сейчас он выступает в роли сельскохозяйственной машины. С небольшой скоростью маленький труженик идет над самыми склонами гор. Это позволяет с особой тщательностью опрыскивать виноградники химикатами. С помощью вертолетов рыбаки выслеживали китов. Высокие летные качества машины позволили установить на ней 27 мировых рекордов. Уже в ходе эксплуатации вертолет постоянно модернизировался. Новые варианты, новые возможности. Винтокрылую технику не обошли своим вниманием и кинематографисты. Ура! В фильме «Полосатый рейс» Ми-1 доставляет на захваченное дикими кошками судно дрессировщик. Дрессировщик, шоколадик! Где есть тигр? Я его буду кротить! Я не трус, а я боюсь! Вы не тигр! Вы свинья! Это сейчас, в мелькнувшем на экране вертолете, мы не видим ничего особенного. А в то время такие летательные аппараты были в диковинку. Дела, что называется, пошли. И когда руководством страны была заказана новая, значительно более тяжелая машина, коллектив «Миля» с энтузиазмом взялся за ее проектирование. Осенью 1951 года ОКБ получила в свое полное распоряжение и солидную производственную базу – завод в Сокольниках. Весной 1952 года, через 9 месяцев после совещания в Кремле, вертолет Ми-4 оторвался от земли под управлением летчика-испытателя Всеволода Винницкого. Характеристики машины оказались даже несколько выше тех, что предусматривались в правительственном задании. Не дожидаясь завершения испытаний, вертолет запустили в крупносерийное производство. Эти летательные аппараты уже знакомы многим зрителям. Первую группу вертолетов ведет полковник Ерофеевский. Такие машины первое время сравнивали со стрекозами. Пожалуй, это слишком легкомысленное сравнение. Как видите, на борту вертолета достаточно просторно, чтобы удобно разместились и люди, и грузы любого назначения. Водитель автомобиля пока отдыхает, любуясь подмосковным пейзажем. За 12 лет, в течение которых выпускали Ми-4, было построено почти 3200 машин более чем в 30 модификациях. Как и ожидали создатели вертолета, он оказался очень востребованным. Противолодочный, пассажирский, сельскохозяйственный, лесотехнический, спасательный, полярный, разведывательный, медицинский, целеуказатель, постановщик мин, штурмовик. Каких только вариантов не было. При создании модификаций был получен уникальный опыт удовлетворения самых различных запросов заказчика. Ми-4 затребовал себе даже первый секретарь ЦК КПСС Хрущев.
Будучи под впечатлением от полетов в Америке на вертолете президента Эйзенхауэра, Никита Сергеевич сделал заказ и на собственный винтокрылый салон. Демонстрировать машину высокопоставленному заказчику летали прямо в Кремль. Вооруженный вариант Ми-4 стал первым отечественным серийным вертолетом огневой поддержки. На протяжении нескольких десятилетий Ми-4 использовались и в народном хозяйстве, составляя основу гражданской винтокрылой авиации. Машины доставляли в непроходимые места геологов, снабжали всем необходимым отдаленные нефтепромыслы, работали на многочисленных стройках летающими кранами, перевозили пассажиров. Работы было с избытком. На Ми-4 был проведен и ряд уникальных экспериментов, таких, например, как отстрел в воздухе лопастей несущего винта. Это обеспечивало безопасное аварийное покидание машины экипажем. Кардинальные изменения произошли в технологии изготовления лопастей, наиважнейшем конструктивном элементе несущей системы вертолета. Замена деревянной конструкции лопасти на металлическую по революционности была сравнима с переходом в самолетостроении на создание цельнометаллических машин. Ресурс лопасти вырос со 150 до 2500 часов. Благодаря созданию вертолетов Ми-1 и Ми-4, СССР в 50-е годы получил мощный вертолетный флот, достаточный для выполнения значительных задач. Кроме Советского Союза, вертолеты «Миля» эксплуатировались более чем в 30 странах мира. Опыт создания Ми-4 пригодился и в ОКБ Яковлева. Как уже говорилось, Яковлев не смог отказаться от задания, полученного на совещании в Кремле. Тяжелый десантно-транспортный вертолет в ОКБ решили строить по двухвинтовой продольной схеме. Машину назвали Як-24, и рассматривался он как удвоенный Ми-4. С Милевского вертолета практически без изменений была взята и использована динамическая система, то есть несущий винт, автомат перекоса, главный редуктор и силовая установка. Як-24 имел длинный фюзеляж почти квадратного сечения, из-за чего вертолет прозвали «летающим вагоном». Этот самый большой на тот момент винтокрылый аппарат в мире никого не мог оставить равнодушным. А каков в работе? Вот летел вертолет своим курсом и случайно встретил товарища в беде. Но разве можно ему помочь? Винтокрылым кораблям даже такая работа по плечу. Вот Як-24 кладет трубы. Вот помогает реставрировать дворец в городе Пушкин. Экономия времени и средств десятикратная. Вертолет использовали как заправщик боевой техники. Применялся он и как десантный. Пушки и автомобили с легкостью размещались внутри этого вагона.
был создан и пассажирский вариант на 30 мест. Вертолету принадлежит и первый советский мировой рекорд. Летчики Георгий Тиняков и Егор Милютичев подняли на машине 4 тонны груза на высоту почти 3000 метров. Увы, идеальной техники не бывает. Всех проблем, характерных для продольной схемы, Яковлеву изжить не удалось, и он оставил это трудоемкое занятие. Его ОКБ вернулось к более простому и привычному делу – проектированию самолетов. Серийное производство после 40 построенных Як-24 свернули. Так в Советском Союзе остались только два вертолетных ОКБ – Михаила Миля, делавшего вертолеты по классической схеме, и Николая Камова, выбравшего в качестве основной схемы соусную. Несмотря на то, что тогда в Кремле Камов не получил задания, он не перестал делать новые машины. Некоторую поддержку конструктор нашел у командования военно-морской авиации, которому требовался многоцелевой корабельный вертолет. Так появился двухместный К-15. Ему надлежало искать и уничтожать подводные лодки противника, обеспечивать связь, разведку, арт-корректировку и спасательные работы. В апреле 1953-го машина совершила первый полет под управлением летчика Дмитрия Ефремова. Работы на испытаниях было много. Помимо традиционных вертолетных проблем, у соосной схемы существуют и свои, особые, характерные только для нее. Например, опасность схлестывания лопастей. Ведь винты вращаются в противоположные стороны. Но игра стоила свеч. К-15 имел ту же грузоподъемность, что и Ми-1, а весил вдвое меньше. Были у него преимущества перед Ми-1 и при базировании на кораблях. Соосная схема К-15 оказалась менее требовательной к качке и боковым ветрам. Для конструкторов работа над этим вертолетом послужила хорошей школой решения труднейших задач, характерных для винтокрылых машин соосной схемы. В порядке дальнейшей модернизации К-15 в начале 1956 года была разработана четырехместная модификация вертолета. Она получила обозначение К-18. Доработки коснулись в основном фюзеляжа и силовой установки. Удивительно, но Камову и Милю за относительно небольшой срок удалось добиться внушительных результатов. Винтокрылые аппараты Миля уже массово использовались и в народном хозяйстве, и у военных. Первые вертолеты Камова, конечно, рабочими машинами по сути еще не являлись. Но нельзя забывать, что даже среди вертолетных схем соосная – одна из самых сложных. Мало кому в мире удалось сделать работоспособный аппарат такой компоновки. А камовские машины летали, подтверждая правильность выбранного пути. Самое главное, оба конструктора – и Миль, и Камов – набрали фундаментальный, основополагающий опыт, оттолкнувшись от которого можно было двигаться вперед. А в планах было использовать на вертолетах вместо поршневых более мощные, газотурбинные двигатели. В природе они уже существовали. Дело оставалось за малым – приспособить их для вертолета. Перспективы открывались заманчивые.